for no reason. Без причины. Как дурак. Блин, дебил какой-то, да? На мотоцикле пропердел громко. Сволочь. Расстрелять. Здравствуйте, тетеньки! Здравствуйте, дяденьки! Приглашаю вас в новый влогивлочекс. Этот по-русски. Давно-давно я обещал по-русски влогик, и в конце концов он происходит. Сейчас у нас суббота, 25 апреля. Карантинчикс, шатдаун, все такие вещи. Можно на улицу выходить, можно гулять, но говорят всем, что как бы если незачем, тогда будьте дома. Так что вот такие дела. Извините, что я долго по-русски влог не делал, все время забываю. А в этот раз сегодня утром проснулся, думаю, блин, сделаю обязательно. В последнее время я катаюсь раз в неделю, по субботам только, в основном по субботам, воскресеньям. Сейчас я еду к сестре, чтобы поливать цветы у нее, она не в городе, так что такие вот дела. Да, не, я катаюсь меньше, потому что я чувствую, что, во-первых, эта ситуация серьезная, и надо к этому серьезно относиться. Ну, поеду и прямо, там сверну. Особенно некуда мне ехать, поэтому я мог бы уже на полпути быть к моей миссии, но это окей. А к тому же я не хотел бы оказаться сейчас в госпитале, потому что, как вам показывают по новостям, в госпиталях ситуация серьезная, потому что до сих пор, я не знаю, если как это curve по-русски, flatten the curve, не знаю, если curve зафлетая или нет, но я знаю, что обстоятельства в госпиталях до сих пор серьезные, поэтому я не хотел бы туда прийти с моими проблемами, когда у людей как бы есть настоящие большие проблемы. Но сейчас я еду по городу вот так в субботу, и выглядит как будто ничего странного нет. Там были пару мотоциклистов. Пытаюсь решить, куда мне лучше проехать. Проеду прямо, почему нет. Но в конце концов, смотри, какой кайф. Потому что сейчас бы были машины, как бы я не сказал бы, что были бы все забито. Но машины бы точно были бы тут, там, везде. И я бы ехал бы быстрее. Потому что, когда всегда в трафике бьешься, и потом открыто вот это маркет с много народу тут, однако. Да, в конце концов, когда дорога открыта под конец, ты хочешь как бы побыстрее пролететь по ней. И это как бы понятно. С этим ничего плохого нет. For no reason. Без причины. Как дурак. Блин, дебил какой-то, да? На мотоцикле пропердел громко. Сволочь, расстрелять. Моя бабушка всегда мне говорила, когда я скажу сволочь. Ну, я никогда не говорил ей сволочь, но она сказала: Вась. Ха. Вот теперь вы знаете мое имя. Не говори сволочь. Сволочь — это самое плохое слово. Ой. Если сказать сволочь, ой. Поэтому я сволочь не говорю. И под конец ее жизни я всегда говорил: бабулечка, ты моя самая любимая сволочь. И она так бы сразу всегда: ой, не говори так, ты что? Не знаю, зачем я так гоню, как сумасшедший. В любом случае,
Да. И у меня задний сигнал не работает, задний поворотчик. Поэтому я не хочу, чтобы полицейские увидели мою жопу, а только лицо. Так что, да, обидно. Быстренький влогикс получился, потому что я еду на маленькую дистанцию. Хотел я бы с вами побольше поговорить по-русски. О, Pickle Rick and Morty возвращаются 3 мая. Вот это да. The other five. The other five? Вау, вот это да. Да, вот тут будут всякие новые дома. Тут у нас как бы... Это Brooklyn Brewery. Я не знаю, если вы знаете Brooklyn Brewery, но она находится вот тут. Всякие фэнси отели. Бла-бла-бла. Я вот даже думаю, возможно, я пойду и куплю себе бутерброд. Как бы sausage and cheese. Как по-русски это? Колбаса, яйцо и сыр. У вас, наверное, такое тоже там есть. Где вы? Откуда вы бы не смотрели? I really always... Я хочу всегда как бы дать ему немножко beans. Как beans по-русски? Бобов. Бобов дать, блин. Бобов? Beans? Бобы? Может быть? Не знаю. Никто не знает. Кто знает такие слова? Никто. Я точно нет. Окей. Мы немножко проедем дальше, потому что, по идее, я сейчас уже как бы на месте, куда я хотел. Но мы проедем немножечко дальше. Я вам покажу как бы город немножко, блин, в натуре. Понимаете? Там будут полицаи, но это нормально. Мы сможем справиться с ними. Вот это у нас Metropolitan Avenue. А Triumph Dealership вот там вот. Это мост. Мы проедем сейчас по маленькому парку тут. Красивенькому такому. А, вон там съезд. Я пропустил его. Нормально, сейчас свернем. Вот тут этот Jane Motorcycles. А, это как бы такой кофе шоп. Наверное, вы знаете про него. Может быть, нет. Он, не знаю, он открыт до сих пор. Кто его знает? Может, они закрылись на эту ситуацию. Они на следующем блоке. Проехать мне мимо их? Почему бы нет? Проеду. Так что да, жизнь хорошая. Я не могу сказать, как бы я не болел. А, да, я могу про город говорить, про апдейты. Здоровье есть, соплей нет, до сих пор работаю. Был момент, что я думал, что я потеряю работу или будет 50% зарплата. Но в данный момент уже сейчас вот 25 апреля, уже я с 13 марта работаю дома. И до сих пор получаю полностью, так что как бы это весело. И я люблю с дома работать. Как бы все немножко тяжелее дома, но... Все возможно. Поэтому это как бы не трагедия, не стихия. Да, и, конечно, вы видели мои другие влоги. В Манхэттене, конечно, полный ништяк. Ништяк, блин, в Манхэттене. Поэтому... Красота там. Поэтому, может быть, я туда сгоняю. Дело в том, что я... Да, достаточно... О, полицейские сзади, вот это да. Надеюсь, они не видели мой сигнал. Посмотрим. Может быть, стоит остановиться сейчас мне. Потому что если они возьмут меня за жопу из-за заднего сигнала, это будет обидно. Ну, я им скажу, что у меня в почте буквально через... Кто-то, может, свернулся с мотика. Нет, через пару дней у меня будет новый сигнал. Потому что я думал, это провода. Это оказалось не провода, а сам как бы... Сам свет. Окей, повернем налево здесь. Проедем небольшой круг. Вокруг. Круг вокруг. Keep this far apart.
велосипедисты тут. Это красивый тут, конечно, парк. Домино парк называется, потому что тут factory, как-то завод сахарный был. Вот этот, видите, это сахарный завод. Недавно я сюда приехал, и тут было намного больше людей. Но сейчас рано. И подъехали 3 полицейские машины, и люди, полицейские вышли и сказали: а ну все, как бы, кто без масок, уходите, а все остальные 6 feet между друг другом. Вот, смотрите, баржа идет. Много людей, короче, много. Вот тут это новое здание, вот это. Fucking... Люди мышцами своими дергают. Красота. Что происходит здесь, друзья? Вы на улице. Вот мост, Уильямсбург мост. Там сзади бруклиновский, всякое такое. Тут собачки гуляют. Короче, видите, люди. Люди забрали обратно улицы. Это велосипедист с усатыми. Усатый велосипедист, блин, в жопу. Ну давай, юхольчик, давай жопой двигай своей. Извините за выражения такие плохие, но как бы жизнь такая. Вот сволочь. За этим поехать будет ужас, поэтому я проеду его вокруг немножко вот так вот. Вот так вот. Мне кажется, никому от этого обидно не будет сильно. А может быть, будет. Узнаем, узнаем. Да, надо будет в Манхэттен мне, конечно, съездить быстренько. Придется. Придется. Ну, вот такие вот дела, короче. Что еще рассказать вам по-русски? Не знаю, не готов. Не готов я был делать репортаж. Поэтому вот так вот получилось. Как бы прямо из кармана вылез. Без подготовки. В любом случае, спасибо вам за просмотр. Спасибо за саппортикс. За любовь и всякое такое. Кто-то идет? Нет? Может, нет? Может, да? Третья улица будет закрыта. Ладно, друзья, до свидания. Скоро с вами поговорю.